Не, подожди, сегодня такую пижамку. Короче, это заканчивается. Мой блог. Было очень много частей. А у дома, как я искала маму, когда нам звонил аниматор незнакомый. Потом, как пришел аниматор, потом, как я там красилась, это вот все. И эта часть последняя. Вот, да. Я сейчас... Короче, умылась. Вот. Короче, кремом с крабиком. И я делала пижаму. Мне вот сейчас так поздравили с пижамой. Вот. Всем пока, спокойной ночи. Пока.